Добрый день, дорогие жители нашего города Южный. От себя и от лица организации ветеранов города Южного хотелось бы поздравить в этот праздничный день всех жителей нашего города с 38-летием города Южный, пожелать всем жителям здоровья, мирного неба над головой, ну а нашему городу процветания, ну и дальнейшего развития. Я представляю ветеранов АТО всего города Одессы. И от лица АТОшников Одессы еще раз хочу пожелать вам счастья, мирного неба, процветания, благополучия и всего самого лучшего.